Всем привет, дорогие подписчики и также мимо-крокодилы, которые просто заглянули на мой канал. С вами я, Эльза Фогин, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Hyper Light Drifter. Вчера... Ну, для меня это было вчера. В предыдущей серии, короче, мы остановились в городе. Да, мы, короче, дошли до города, исследовали его немного и решили идти... наверх. У меня опять немного подвисает все. В общем, мы решили, значит, идти наверх. Вот туда, на север, получается. Там, где по карте у нас горы. Мы сейчас идем. Скелеты. И коробки. Скелеты. Вон там две коробочки. Вот какой-то паучок. Ау! Блин! Это было неловко. Как вот так? Это было обидно. Скелетики. Он. Ай, больно. Сволочь, на тебе. Ха. Лечилочка. Так. Если она будет подвисать так же после каждой локации, я не знаю, блин, я не знаю, что с этим делать мне. Надо найти новый комп. О, олень какой-то. Куда? Пошёл. Училочка еще одна, прикольно. Цветочки, разрушаем цветочки. Цветочки — это враги. Я вам точно говорю. Цветочки — это зло. Потому что... Ладно. Ладно, все забить. Так, что у нас тут? Так. Что это было? Ага. Нет. О, какую-то хреновину нашли. Так. И как мне теперь вернуться? Типа... Я застрял. Замуровали демоны, блин. И как отсюда выбраться теперь? Ага, то есть они не исчезают совсем, они становятся просто невидимыми. Ясно. То есть, получается, здесь могут быть вот такие вот невидимые... Так, а ты кто? Какой-то стрёмный чувак, ясно. Вообще-то нет. А, ага, то бишь нам здесь показывают, где у нас находится босс. Окей, ясно. Лечилка. Подлечили, все нормально. Тут что, ничего? Ой, я что-то сломала. А, теперь у меня есть 4 деньги. Или...
только одна. А, блин, получается, надо найти четыре вот этих мелких штуки, чтобы получить одну большую. Тебе плохо. Блин, это сложно. Так, а что это вот тут? Ну-ка. Ага, о, какой-то секретный проход, прикольно. Так, и так, вот так. О, нормально. Нашла еще одну эту штуку. Оки-доки. Возвращаемся так. Гад, то есть мне здесь нужно 10 вот таких ключей, чтобы открыть дверь, да? Ай! О! Понял. Я с одного больше нравится. Ай, больно. Нет. На. О, прикольно. То есть из врагов они все-таки иногда выпадают. Да ты серьезно? Блин, надо с этим что-то делать. Вот с этим надо что-то делать, с тем, что оно вот так. Оу. Какое-то стрёмное место, куда нас не пускают. Что-то какие-то. Я не знаю, фабрика какая-то. Здесь стрёмно, мне не нравится. Ладно, валим отсюда. Потом, наверное, как-нибудь сюда вернемся. Я не знаю. Мне здесь не нравится. О! О, штука. Здесь нет этой секретной дорожки? Нету? Ауч. Ау! Снова упал. Обидно. Блин, и как ее достать? Там в окне какая-то фигня моргает. Вот тут вот. Видите красненький? Ага! Смотрите-ка. Походу, это была кнопочка. Ладно. Ну, теперь мы можем достать их на базу. Нормас. В принципе, такими темпами вполне можно собрать достаточно штуками с желтым. О, там что-то. О, нормас. Вах. Обалдеть. Какой вид. Обалденно. Это вот, походу, один из тех титанов, которые были в заставке. Он замерз, да? Типа, гора замерз. Ладно. Не повезло, чуваку, так. Это
Поползло, замерзли. Ну так, ну надо, нифиг нападать тут и мир разрушать. Так, вот так. Ау! Ты какого фига тут рванул? Идиот. Ты нафига туда рванул-то? Я хотела вверх забраться, но... Нафига я... А, у меня челочка. Тут нет никакого. Тогда как этот олень сюда убежал? Ну, ладно, не важно. О, там что? Да как не попасть? Ну? Нет, походу не попасть. Опа, птичка. О! Ай! На тебе! Зараза! Больно так-то. Так, накидай там. Он лечился. Лечилка лишняя бывает. Если такими темпами продолжать, то вполне можно довольно быстро набрать, чтобы все, все вот эти навыки улучшить. О, а ты кто такой? Так, погоди. То есть, получается... Что ты, значит, ты за яйцами присматривал, да? И потом пришли какие-то чуваки, все сожгли. Да, все сожгли, получается. И ты смог убежать только с несколькими яйцами и потом сюда. Грустно. Грустно. Что-то мне подсказывает, что это вот сделали те чуваки, тот чувак, босс, который, про которого нам говорил тот другой чувак, которого мы там внизу. Короче, ладно, ясно. Так. О, нормально. То есть, короче, нужно замечать вообще любой, каждый самый маломальский незаметный пиксель. Окей, я понял. Ладно. То есть, надо вообще быть очень глазастым. Опа! Собака! Собачка! Собачка! Быстрее! Быстрее беги за этой собачкой! О, там какой-то движ. Там какой-то движ и без нас. Что происходит? О. Воу. Воу. Воу, 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 воу. Это было мощно. Класс. Круто. Так, получается, он нашел какую-то хрень.
и на него напал какой-то червяк. О, у этой штуки такой же знак, который был у той черной штуки в самом начале. То есть, получается, эта штука была раньше, да? То есть, подожди, еще раз. Значит, ты вот нашел такую хрень, и на тебя напала вот эта хрень, и... типа... Я ничего не понял? Ну, ладно. Ну, руби эту хрень, давай. Ладно. Ну, что ты... Ну, ладно. Так, а что у нас тут? О, нормально, вот так вообще, да. Осталось еще две, и можно будет прокачать что-нибудь. Вполне быстро. Прикольно. О, нет. Ай, больно. Нать. Так, и что это у нас тут? А, ты... Нет, ну ты серьезно, скажи мне, нафига вот ты прыгал в дыру? Почему ты не мог прыгнуть вот на эту вот штуку? Почему ты прыгнул в дыру? Что с тобой не так? Ничего, нормально. Эй! Ну вот что ты делаешь? Зачем ты так делаешь? Скажи мне, зачем? Что тебе это дает? Зачем ты прыгаешь? Куда? Не надо. Почему ты прыгаешь в какие-то дыры? Они... О! 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 Смотрите-ка, быстренько как все. Сейчас надо будет потом вернуться, прокачать себе этот... прыжок, который несколько раз. Да, вот сейчас. Сейчас осталось. Потом еще осталось найти одну, да? Ладно. Разрушить эту фигню. Так, это еще. А, ты враг. Ха, нате. Получи. О, блин, сорян, я идиот, я случайно звук выключила, да. Не знаю, как давно это произошло, но, короче, да, я тут заметила вот этот вот значок, и, да, вот он говорит, что тут есть потайный проход. Проходим, и, оу, еще который... на тебе, и, ай, на тебе тоже на, и тебе тоже на, ха. Вот так вот. Я неплохо справляюсь, в принципе. Оу, я что-то нашла. Ага, ключик. Первый ключик. Да. Блин, надеюсь, я не очень давно звук отключила. Это, блин, произошло случайно. Я, видимо, случайно нажала. Это... Блин, неловко. Если я, блин, себе 20 минут тупо без звука записываю, то вообще же.
Так. Еще одна личинка. Но она мне не нужна, потому что у меня уже есть все личинки полностью. Так. Это что, босс? Серьезно? Погодите, это босс? Похоже на то. Тут это... Ай! Что происходит? Ау! 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 А! Ой! Я сдох. Черт. Блин, как же все висит. Вот это бесит прям. Сильно бесит. То, что он так сильно тормозит. Нет. Вот что-то мне кажется, что это не босс. Черт. Ха, на, получилось. Ай, Лина. Давайте. Ай, да что ж ты будешь делать-то? Почему, блин, фигня не кликается, когда я кликаю? Вот за фигня. Что с дыртылом, что здесь? Блин, такое ощущение, что игры мне просто намекают, говорят, типа, из тебя не получится нормального геймера. И типа, ты такой, типа, ладно. Удар. Ау, больно. Ха. Ай, черт. Да твою налево, блин, я вечно забываю лечиться. Блин. Ай, Лина, гад. Так, лечимся. И вот тебе. И тебе тоже. Ха, да. Стоп, еще один. Ну, короче, на тебе. Оу, птичка. И еще птичка. И, ай, раза. На тебе. Ха. Нет, только не... Ай! Блин, только не эти... А, ай, больно. Ха! Да, получилось. Прикольно. Прикольно, он такой... Типа, да. Типа, лайк, босс. Убил этих чуваков всех. Оу! Еще один портал. Круто. Еще один портал. Нормально. Значит, погнали дальше. Да. Ага. Тут, получается, будет сражение с главным боссом, да? Да, здесь будет сражение с главным боссом. Понятно. О! А вот и белый огонь, который нам нужно активировать. Ясно. Понятно, то есть на каждой стороне, с каждой стороны нам нужно активировать по 4 таких штуки, чтобы что? Короче, чтобы что-то было, да. Блин, посмотрите, какие горы. Там, вон там. Блин. Смотрите, какой вид. Отсюда. Красивый. Вообще. Красота.
Давайте сюда, короче, пойдем. Ага, то есть тут нужно таких 4 штуки, да? Понятно. Чтобы открыть эту дверь, нужно 4 таких штуки. А здесь 3, ну, понятно. Значит, нам... У вас тут текстуры немного лагают. Ладно. Короче, нам нужно еще 2 таких штуки, чтобы открыть вот эту дверь. И еще 3, чтобы открыть вон тут. Что такое? Что такое? Что такое? Ну, казалось бы. Ладно, значит, что там еще с другой стороны у нас есть интересного? Ай. Что тут у нас, значит, лесенка какая-то в какой-то низ? Куда-то вниз? Ладно, портал мы потом посмотрим. Во! Вот и он. Титан этот. Посмотрите, какая у него огромная ручища. Какой он маленький по сравнению с ним. Жесть. Блин, хорошо, что нам не надо с этой хренью сражаться. Блин, я не знаю, просто... Если бы пришлось драться с этой фигней, то это было бы очень-очень-очень-очень мега-ультра-гипер-жестко. Гипер. Да. Это было бы гипер-жестко сражаться с такой хренью. Ладно, тут у нас есть лифт куда-то вниз. Значит, погнали вниз. Книжками. Оба. Смотри-ка, чё. Тут лечилочка. Ага, ясно. А, тут сундуки. Ай, вот. А что ты? Ай. Вот так вам. Да, что ж ты будешь делать? Ай, понял. Умри. Вот так. И подлечиваемся. Опа, стрелки. Их надо бы... Они будут стрелять, очевидно. Ага, попало. Ай, нет, стоп, не туда. Ай, черт. И к тому же я промазала. Обидно. Ха, да, сдох. Получи. Ай! Стену стреляешь, косил. Вот же ты косипорин. Да что? Ну вот, все заряды закончились. Круто. Вот же косипорка. Как можно быть таким косипоркой, а? Просто, блин. Ну, этот не лучше. Этот, блин, стреляет вообще по стенке. Тупой какой-то. Но у него, блин, заряды бесконечные. Он может быть тупым. Ладно, получается, придется к нему. Ай, больно. На, брат.
Бутылочка. Ничего больше мы разбить не можем, да? Ладно. И нас тут же заперли. Ау, больно! Ладно, нормально, все нормально. Классно, целых две. Прикольно. И вот у нас новый комп для тычилок. Ну, здоровье не полное, конечно. Ладно. Ну, короче, это мы как-нибудь переживем. Оу! Ты. Я не по тебе вообще-то стреляла, ладно. Так, и что теперь? Ну и почему ты по своим не стреляешь? Не надо по мне стрелять. Да. И теперь. Ау, чёрты, больно. Училочка. На тебе. И на тебе. Ха. Оу, чё, вас так много сразу. Вот тебе. Ну и... Иди сюда. Иди и прыгай вот на эту штуку. Да, блин. Кто из нас тупее? Он или я, который прыгает в дыру? Серьезно. Так. Чё-то сейчас что-то будет, да? Не зря же нам так долго встраивать. Оу-оу! Лох! Лох! А, нет! Нет! Лечимся! Нет! Иди сюда! Ха! Ну, еще тебя. Оу! Смотри, как он ракетами стреляет. На тебе. На тебе.
и тебе. Фух. И это все? Вау, круто. Я даже ни разу не сдохла. Ничего так, идем. Ничего так вообще. О, вторая рука титана. Он, походу, значит, ударил в скалу, да? И замерз. Странно, такое ощущение, что прям посреди битвы. Ладно, так, надо активировать вот эту фигню. Я хорошо справляюсь. Мне так кажется, я надеюсь. Я даже ни разу не сдохла. Ну как? Я сдохла, получается, сколько там? Сколько получается? Ай! Ну вот и нафига, блин, ты лечил поиспользуешь. А, что мне? Когда у нас тут рядом портал, который нам восстанавливает все, кроме лечил. Круто! Супер! Зашпись. Так, и там был еще один портальчик, да? Ой, стоп, надо сначала подняться. Так, ну давайте для начала сгоняем в город, прокачаем себе что-нибудь. У нас уже достаточно денег, чтобы что-то прокачать. Да, и я говорила, что надо прокачать вот этот... прыжок, который несколько раз. Потом... Ну, алло. Не надо висеть, а? Давай. Давай. Себе прыжок. Так. Или может защиту от пуль? Вот эту хрень я так и не поняла. Ну, ладно. Или все-таки защиту от пуль? Прыжок или защита от пуль? Сложно. Сложно, 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 сложно. Или может вообще этот отбивание пуль. Так, ладно. Да, блин. Я не знаю. Я не знаю, блин. Надо что-то надо прокачать. Все равно же будут еще. Блин, что-то вот надо прокачать. А что конкретно, я не знаю. Что конкретно прокачать. О, у нас еще кто-то отмечает. Там на улице грохочет салют. Вот выглядит эпично. Не знаю, насколько оно будет мне полезно. Отбивание пули, это, конечно, вообще хороший навык. Вот там, когда со стрелками-то был момент, я могла бы, например, вот взять и не тратить патроны, а отбить в них их же пуль. Почему бы и нет? Или, может, вот это... Блин, сложно! Сложно, да. Или может вот этот... Короче, давайте вот... Я не знаю. Ладно, короче, давайте прокачиваем себе отбивание пулек. А потом уже прокачаем длинный прыжок. Надо бы
найти бы, где потренироваться с этим делом можно. Ну ладно, разберемся. Так, и чё? Значит, больше у меня ни на что не хватит. Так что отправляемся обратно сюда. Портальчик. Сейчас мы им и воспользуемся. Что-то я его пропустил. Угу. Ну, я думаю, что... Пройдем, значит, это место еще за эту серию. Или остановимся здесь, если... Просто уже довольно долго идет. Хотя я бы... Серьезно, почему ты так косишь? Ха, да. Ха. Неплохо. Ай! Черт. А! Вот же гад. Вот так тебе. Это я испугалась. Это было внезапно. Понятно. То бишь. Так, сорян. Мне тут мешают. Так, значит, отстреливаем этих чуваков. А, помазал. Да ладно. А, ай! На тебе! Ай! Что вы делаете, гады? Серьезно. Ай! Так. И... И где эта фигня пиликает?
Где пиликает этот чип? Ну что за фигня? Опа! Вот это было внезапно. Ладно. Прикол. Я, блин, думала, меня сейчас раздавит опять. Нет, пожалуйста. Оказалась тайная комната. Подождите. Надо... вот так. Прикол. Это был, конечно, прикол. Мне вон туда запихнуло, да? Прикол, лол. Это было внезапно. О, я вижу здесь этот значок. Секретная дорожечка, прикольно. Которая ведет к секретному портальчику. Ай! Внезапно? Ты чё такой резкий? На тебе. Вот так вам, гада. Вот. О-о-о-о. Да, вот так. Ай! Вот, блин. Обидно. Да вы прикалываетесь. Мне что, заново все это проходить? Блин, серьезно. Почему ты такой косой? Ау! Зато теперь можно чипсы. Неплохо. У меня всего один раз ударили. Так. Получается, тут вот сюда надо, да? Опа! Так. Сейчас главное не сдохнуть. Ай, да. Да. Вот так. Это было неожиданно, конечно. Сейчас будет тихо. Ай, гады. Надо подключиться. Так, и давайте на тебя. Так, давайте кого-нибудь. А, я промазала. Вот. Таким лохом. Нет-нет-нет! О, ничего, это намаз. Смотрите, я могу. Быстрее. Ха! Все. Молодец я. Молодец я. Я молодец. Ой, что-то мы уже долго. Тут уже целый почти... Уже 51 минуту.
Ладно. Короче, вот тут вот у нас сохраняется. И на сегодня, пожалуй, это будет все. Да. На сегодня это будет все. Да, собственно. Собственно, я не знаю, что сказать. Просто. А, что там обычно говорят? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, типа того, да. Короче, да, как бы да. Ну, все. На этом сегодня все. До следующей серии. Хотя, может, я прямо сейчас запишу следующую.